И взят ли он у кого? Пчелы здесь. Вот, спекайся. А можно танков в одну группу, пожалуйста? Все танки в одной группе, кроме меня. Это на 3% рейд хилит? Группу. Давай, говорю, ШПР еще раскидаем. Первую, вторую. Танков в одну группу. Все, поехали. Семь пианистов в одну группу ставят. Не надо меня кидать. Почему? Америка фронтов бафы получает. Да им хилить удобно, когда танк делали. Это какая-то металлант, а дичь какая-то. Мы когда тупо пузо убивали первый раунд в обычку, когда ДПС или хватало, набрали 4 ШП, скачивали таланты. И, блядь, и шли минус. Так, а может кто-то сказать, вот эта аура, которая на боссе, она раз во сколько секунд тикает? Ребят, а выпустили вообще весь рейд, как бы, со всеми боссами, или пока что работает только Алар? Все боссы уже активны. Или ставили уже. Ну как, они сказали, что работает, но пока Алара не убили, проверить никто не может. Ну вот, 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 я тут об этом... Воронка. А есть у кого-нибудь что-то слетать и посмотреть, стоит, не стоит? Через текстуру. Он стоит. Типа, тогда через... Ты можешь прописать слэш фокус, ну, и... Ну, слэш таргет, да, типа, и название, имя босса. И он тебя в таргет возьмет. Если там, ну, пройти через текстуру. Понял, тебя проще самому долететь. Точнее, быстрее будет. Почему? Ну, смотри, нам сколько еще трэш убить. Я бы сейчас релокнул комп побыстренько. Ладно, ладно, Долорус. Ладно, это какая-то задержка. Я не настолько злой, тыкните на шкаф. Япончик, тыкни. Бля, йоу, парни, нажмите на портал. Все тупо мимо пробегают, охуеть, как будто он невидимый. Надо дозурону написать, чтобы этот портал в 4 раза больше сделал и цветом таким багрово-красным, блядь, чтобы прям на мониторе титнуло. Там лагало сразу все. Да, да, да. Как да, бобёнку на чтобы никто пробежать мимо не мог, просто упирался ему, вставал. Да, 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 типа стенку, текстуру нарисовал. А вообще лучше вместо текстуры такая моделька черного бриллианта. Так туда наоборот сбегаться будут. Как портал за пределе стоит такой, да? Можно сейчас, знаешь, типа какой лайфхак? Ставишь рыбу, а на самом деле это портал призыв.
Марыбу просто сбегаются, где бы ты ее не поставил. Чует. Да. Потом, я помню, Аскелан иногда себе в углу ставил рыбу, и все равно люди прибегали и ели. Что-то я смотрю, вы такие все навеселе, все такие радостные. Пока можем, веселимся. Пизды надгребаются. Жена, не умри, пожалуйста. Типа, это единственная сова. Знаешь, ты хоть кому это сказал? А как мы без совы будем? Это вообще не очень. Ну, 13, ну покидайте проклятие, типа. Что страшного? Ну, да. Сова-то есть. Ну блин, сколько у нас же сколько демонов? У нас Казума демон, он может. Ну там не только в проклятии дело, там куча всяких аур и прочего. Ну в смысле, ему либо получается кидать это. Как оно называется? Которая минуту висит. Проклятие рока, да? Либо руку. Я понял, я говорю, что сова не только плюс 13 полезна, она куча бафов дает. Ну, ауры там. У тебя есть лем, у тебя есть аж 4 шипы, да? 3% к хасте, по-моему, еще от кого-то есть. Ура, это 3%. Подпиши там пульс. Кстати, там есть онлайн, напиши Гену. Компульсе? А че писать, кидаешь ему инвайт, он здесь. Всегда так делаю. А чё пусть и с нами не играет, он, мы ему не нравимся, да? Может приходить. Ему ничего не интересно, кроме ЛПХМ. Ну, ЖМ, типа, можешь умирать. Это просто единственное место, где надо хилить. Я обратно в сову. Мател, у тебя какие сейчас символы стоят? Точнее, у тебя стоит на этот, на омоложение, который тики ускоряет. Я просто хотел потестить, типа, без этого символа. Сегодня замедления по мобам не будет, и придется больше контролить. Ну, у него шмот получше. Куда Фрадо нас снял? Чем у моего друга. И брюлик есть, или нет брюлика. Или ролик 0. Даже у моего паладина. У меня в ЛККам не стоят. У него офигенный шмот. Пояс профа есть. Посмотри, может у него еще сафир есть. Да. Да, мне на лока веришь, типа мне. И ну, так нормально сейчас с локом. Как бы этот вин. Я вообще, если честно, не вкурю, нахуй не тебе нужен. Ну там он очень много хосты дает. Есть такое. Вот, а в демоне там косты и у тебя очень. Ну, за 2 секунды, короче. Один каст есть. Ну он переменная хоста, понимаешь? Причем он долго. Ну там в среднем у тебя 300 хосты всегда. И че, в демоне дохуя хост, там же вафлики дохуя надо. В демоне тоже. Типа я, смотри, давай скажу так, на 1500 хосты в демоне, мне этого мало. Нет. Если у меня на сове же 1000 хосты, по-моему. Так, я обратно в сову тогда.
Ни у кого не подлагивает. Подлагивает. Перезагрузка серва будет через там 3 часа, что ли. Может из-за этого, потому что системное сообщение... А, ты так хочешь? Тогда мне нужен будет Симон. Только они попробуйте когда... сказать, сам лети. Они когда анонсят перезагрузку, они, значит, что-то исправляют. Делают. Логично. На 20% урон в ОКХМ режет. А когда просто ребуты, у них сервак не выдерживает. Задержка, да. Есть задержка. Время между призывом перьев увеличено на 20 секунд. Вот такая будет обнова. Ставлю рыбу. Сегодня по группкам. Кого нету сегодня с Локи? А Локи? Локи. А не, Локи в онлайне. Киньте сумму. А почему, кстати, вага не вредить? Вага, ты шо? Надеюсь, я починился. Так. Ну, всё прямо. Ладно, давай пробно так. Короче, этот... Вот это будет через пару минут. Первый коват, я второй, вот третий. Очень. Начинаем с этих метов. Ромбик, печенька, звездочка. Третья группа стоит в звездочке, четвертая группа стоит в ромбике. Милики, печенька. И так идем по кругу. Отсюда начнем. Кирс. Кто с Кирс? В двух словах. В двух словах. По тактике. Ханты. Глаз касается Артемия, звездочка, два ханта в ромбе. Это по тактике. Стоите в метках, бьете босса. Пошел большой каст. Под конец каста за секунду-две перебегаете вперед. Дальше. Что еще интересно? Проходит два каста, появляются мобы. Мобов по очереди. Боссу подводим, сливаем об босса. И так по кругу. Когда мобы взрываются, проходит дохуя урона по рейду. Поэтому саппорты всем... Ой, Кирс здесь? Нет? Матеола, на стремительное омоложение пару штучек. И в ГБ кинуть. Цель недружелюбна, Локи. Где Кирс? Писал, что нет. Положи в банк. Просто в первую ячейку закинь. Я достану оттуда. Чё с Кирсом? Не знаю, сейчас могу ему это выкачать. Ну, он сначала. Свет, наверное, рубанул. Он сначала отсутствовал, потом вылетел. Может и свет. Часть телефона зайдет, скажет. На позиционку становитесь. Давайте пока так, сейчас Локи освободится. Подожди, где начинаем? Где танец первый? Печень. По часовой ведем, да? О, Локи пришел, дайте ж суман. Какой можно? Да? Лё, печеньки, начинаем в сторону луны веду, да? Кидаю вторую. Спасибо. Всё то же самое, только отсюда начинать. Ах, понятно. Девку, я же сапфир, да? Ну, я в хиле, я могу вам надеть. Да. Да, ни у кого тогда нету больше. Сейчас надену. Мне же бить не обязательно, мне просто, чтобы он был надетый.
сейчас релов начнут. Почему обязательно? Вон у Локи вроде есть. 5 хилов. Распределите, станьте пометкой. Локи надел. Нанося урон заклинаниями прямого действия, Гевка. Да нет, там типа накопление стаков именно идет от наличия тринки. Типа на ком-то. Вроде как, это не зависит. Типа мне бить вроде не обязательно, чтобы у вас стаков. А, ну да, у нас-то да. Ну, у кого есть. Сейчас, секунду. Аддон включу и уже будем пулять. Так, я так понял, настрою танков по полминуты танчим, да? 30 секунд. Как вы очередь назовите танчить? Сначала Кават, потом я, потом Войд. Хорошо. Под взрывы мобов будешь там отдавать зеленку. Кто аура там не оставит или тотем? Сами разберитесь там. Ух ты, блядь, а без символа я прям как ГЦ. Чуть ли не весь рейд могу обходить. Вот, ставь от огня, я прото ауру, а пусть свою холи полоску. Поставил. А сколько аура достает, кто знает? Аура паладина на огонь ты имеешь в виду? Да. 30 метров. Да, Мозер. 30 метров. 40 метров. Короче, как это тотем, я поняла. Так это тотем не двигается. Да, да, да. Да. Тотем 30 метров на них. Все, все здесь, все. Сначала 30 сказал. По готовности на поле. Таковато, поехали. Человек Геру больше не дает? Да, Геру. Зажирай. 40. Скажешь. Мобы будут появляться. Мобы появились, забирай. Тебя. Пускай, так, пускай по чуть-чуть доходит. Все, забирай. Они что-то отходят, отведи немножко. Аст. Что, пускай тебя доходит, может отпускать. Очереди дойдут. Талат, ты берешь. Уже. Сакру отдал. Создаваться. Пускай тут доходит. Кат. Мне 20 секунд. Да. Сейчас мобы появятся. Мобы появились за дальних контролем. Сходи на себя, босса. За стоп. Дайте стан по одному. 4 подходит сразу, дохуя.
Все нормально. Скажешь, когда будешь забирать? Забираю. Хожу подальше. Ну не контрольте вы их уже, а? Все уже. Кстати. Полос такой, да? Скажешь, когда? Он, да. Все, нормально. Кстати. Забирать? Забирай. Мобы, контроли моб. 12 секунд забирал. Отведи немножко. Дальше вот эти. Взорвался. Кит. Ну, шкаф не закинул. Еще один мажор. Не мог. Дайте, дай ему. Да. Лишнего взорвали. Ложить. Лишнего взорвали. А ты стаунтил сейчас скават или что? Я как раз стаунт и стойки скинул одновременно. Больше урона по боссу. Мало урона по боссу. У нас третья моба. Это третья были мобы, на которых мы... Четвёртая. Да. Третья или четвёртая, на которых мы легли? Четвёртая. Вроде третья. Хотя хз. Четвёртая. Четвёртая? Хуёво же. Четвёртая. 278, а должно быть... Проходной ДПС 300 у рейда при таких обстоятельствах. Ну, надо, наверное, с хаспотами попробовать будет вообще, хотя бы в тестовом режиме, чтобы у всех были. Просто там людей больше... надо менять снизу. Чем больше вы подстанете в начале, тем легче будет это. А тут забыли Геру дать пулы. То есть тройки ушли, ну, не под Геру. Куда, кстати? Геры не было, даю проверку на баб. Лапу. И на хп. И еще не контролите, когда остается 2-3 моба. Лапар. А я уже. Хп крикнера 2. Мозер, чего не хватает? Я давал кулаки по шипу. Леш, вот мы в ромбе стоим, вот мы нихуя не видим, куда перебегать. Ну, конечно, пытаемся ориентироваться, но это тяжело. Что тяжело? Подошел на отошел на максимальный рейндж от Алара, он свой там 35 метров, под конец коста пробегаешь. Я про это и говорю, то, что... Я и говорю то, что мы вот просто на ощупь ориентируемся. А что тебе на ощупь? Тебе нужно, блин, сколько там, 6 метров в сторону пробежать и все. Все, все тут, все готовы. По готовности поехали. Я распула. Проносишь, когда добраться. Всем привет. Получается, после следующего поста забираю. Через 10 секунд после катки.
Это у тебя нюх вдруг? Как? Мобы появятся под боссом, сейчас близко, если потроите, дальше потроите. Скажешь, да. Чё там, блядь? Вереск. Вентрай. У нас рогалик умер. Этот же, наверное, подними конь. Боже, пробежали вперед. Всех мобов отпускайте, пускай уже доходит. Кто я скипарну? Тот тоже. А ты в зомба? Пали забрал. Убираем, мне еще 20. Нормально, каст. Я на аварии пнул. Женой она. Это, контрольте, контрольте. Твади немножко. Все нормально. Подержишь еще 10 секунд? Да. Можно тех мобов, да? 7, 5, 4. Так. Забираю. Блять. Полипал лег. Нет, БР есть еще? Да у нас ДДшники и бежали долго. Да я не понимаю, почему, блядь, говорю, мы народ, ой, коника поднять, блядь, женой он не может, блядь, сориентироваться, хуй знает сколько времени. Не успею. В лужах, блядь, отлетают, хуй пойми как, вообще непонятно. Три БР всего лишь, мобов, контроль, ноль, пять. Пойди, босса. Чё ложитесь? В чём проблема, блядь? Чё вы дохнете? Перья ловят. Вздох от сверхновы. Там два момента, чё можно умереть. От перьев и от сверхновы. Всё. Щелки в ХП. Да нет, просто, блядь, вы стоите слишком близко к боссу, кто умирает. Встаньте на свой максимальный рейндж, и после, вот как каст прошел, вот только-только завершился, делаете, ну, бежите в ту сторону, где никого нет. Ну пусть он будет дохнуть по простой причине, что у него нет премиума. У меня вчера не было. Он очень легко. Тут не в премиуме дело. Ну дамага явно же больше, ну меньше просто нужно, чтобы убить его. Моба заходят, по 4 моба просто заходят, 4, на 4 сверхновую люди упадут, на 3 сверхновую никто не падает. Вот максимум, и упал на 4. Максимум может мобов зайти, это 3 моба, блять, босса одновременно. И то весь рейд будет на 15% хп. Там же видишь, Лёх, еще же важно, как эти мобы заходят. Если не заходят мгновенно 3 моба сразу, это одно. А если не заходят раз, через полсекунды, второй, третий, это другое. Это время хилам есть отхилить, поднять рейд. Ну это понятно. Просто вы еще учитываете тот момент, если вы стоите в луже, если вы стоите в луже, на вас дебаф вешается, который повышает урон, блядь, сверхновый. Давай. То есть урон от магии огня, блядь. Там 100% шот. Даже если мы одного взорвем, там, блядь, практически ваш шот. Поднимите. Ну как это и выебить тогда? Не бегать на линзе.
Спасибо. Да мы даем сейв. Мы даем сейв, Монорой. Мы даем. Я даю сейв. У меня мастер аура нет. Мастер аура нет, у протопалов только сакр. Это бы вообще имбо удало. 4 протовара спасут меня. Кова, дай каску еще раз по друидам, а то я там... Так, становимся на позиционку. Бля, Монород, это гениально. Типа, ты диспелишь со всех, а собака локовская диспелит с тебя. Разве собака может этот? Вы проверьте. Собака вроде только магию диспелит, если не ошибаюсь. Да. Курсе. Да? Печально. Но... Типа, мысля гениальная. Найти крайнего, да? Бросьте, Делорос, народ.